По-прежнему дело труба в Белоярском. Местные до сих пор греются у обогревателей. Хотя система теплоснабжения новая, проблемы старые. Такой парадокс объясняют в администрации городского округа. Мол, ошибка вышла. Прокуратура требует отставки главы Белоярского за срыв отопительного сезона, но тот раздает горячие обещания и демонстрирует, как сам согревается холодными вечерами. Репортаж Анжелы Брик. Работа не выполнена. Деньги оплачены. Там все на виду. Почему? В Белоярском пока накаляются только страсти. Батареи в домах до сих пор ледяные. Хотя на дворе уже ноябрь и минус 15. Из-за того, что в поселке никак не может начаться отопительный сезон, в квартирах холодно и сыро. Это у нас грибок. На стене все стены, все кругом грибки. Жить в центре поселка уже давно не престижно, ведь эти дома не греют ни котельные, ни обещания чиновников. Недалек от проблем народа и местный глава Павел Юдин. Говорит, на себе почувствовал все тяготы ЖКХ. Вы греетесь чем? Вот, пожалуйста. Помогаем батареям. Только вот жителям от такого социального равенства ни тепло, ни холодно. Почему у них нет тепла, уже второй месяц разбираются все. От сантехника до областного министра. У ответственных лиц срыв шаблона. Если в прежние годы поселок замерзал из-за ветхой системы, то сейчас, потому что она новая. По проекту центр города должны обогревать две газовые котельные. Пока установлена только одна. И тепла на всех просто не хватает. Та котельная, которая сейчас газовая, она не рассчитана на мощность обогрева всего поселка. Если до домов, которые находятся около этой котельной, еще что-то там где-то доходит, пока котельная в состоянии работать, то до нас уже не доходит ничего. О том, что запустить вторую котельную к началу сезона не удастся, администрация поселка знала. Конкурс на закупку оборудования был объявлен совсем недавно. Власти были готовы и к проблемам с напором воды. Даже насос заранее купили. Но пробный пуск тепла никто не проводил. Чего энергоресурсы почем зря тратить? Вот коммунальщикам сейчас и приходится гореть на работе, чтобы согреть дома. Новая котельная, новые сети. Здесь, возможно, где-то вот перебои. Поэтому мы решаем этот вопрос. Я думаю, что в ближайшее время мы должны это закончить. Потому что все заказано. Здесь мы часть установили, насос поставили, здесь поставим. И думаю, что все восстановится в нормальном состоянии. Однако прокуратура героизм местных чиновников не оценила. Не исключено, что из-за коммунального бедствия кто-то из них лишится тепленького местечка в администрации. По результатам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Прокурор области вышел с ходатайством перед губернатором Свердловской области об удалении в отставку главы Белоярского городского округа Павла Юдина. Данное ходатайство находится на рассмотрении у губернатора. Впрочем, сколько должен думать губернатор, в законе не прописано. Глава поселка тем временем накаляет обстановку очередным обещанием. Уверяет, что к четвергу отопление появится во всех домах Белоярского. Анжела Брик, новости 41-го канала.